Опять нубозажим на 200 патронов. Нагибом пахнет. Нагибом пахнет, капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Морти. Капитан Очевидность, М249 пара. Мясорубка, пригород и отличненький анекдот от Юрия Третьякова. Анекдот следующий. Жена говорит, что-то между нами все охладело, что делать? Муж говорит, а давай поиграем в рулевую игру. Она говорит, давай, а что мне делать? Запомни, дорогая, с этого момента ты глухонемая проститутка. Да, ребятки, это самый сок. Да, что-то я замечтался. Так, и давайте приступим к нагибу, как и положено. Опаньки, даблкил. Не в голову, конечно, но все равно с почином тебя. Я тебя, конечно, благодарю, арбузы мои, но второй был в голову, Кэп, так что... А вот этот в тело был. Да, ну... Меня убивает игрок с подозрительным ником Банан. Да... Опасно, опасно, кто его знает, что там, как там, тихо. Эх, да догоню, не догоню, нифига. Ладно, музончик вообще Кэп поставил, просто бомба. Кантри-рок, редкая разновидность, но очень классная. Вот так вот, мои арбузы, дабл-килл арбузики. Хэдшот, детка, you was unda. Тихо, Дмитрий, молодец, красавчик Дмитрий, и я тоже красавчик, медики, традиционно мое блюдо, а я традиционно их блюдо, и опять банан, да, с такими клешнями, что пара, что не пара, все одно. Да, конечно, ты на своих самолетиках там тоже показываешь класс, я видел. Ты еще тот рачелло. Так, тихо-тихо, Никита Казаков, что бы я без тебя делал? Так, ребятки, собираемся прямо так вот. Конкретно собираемся очень кучно и плотно. Сейчас должно получиться. Ну, не, я не понял, я один на карте играю или что это за фигня? Что за нагиб вообще происходит? Давай, вот давай, ну, вот, да, ну блин, нет, все в тело. Все, тихо, вот, ну, а, да, стандарт. Ну, начало, ребята, сейчас все наладится, вы же меня знаете. Сейчас как дам один хэдшот, второй не хэдшот, ничего страшного. Хэдшот пошел, давай, хэдшот пошел, ну, еще хэдшот пошел. Так, крушитель, ну. Поздно, хэдшот, но поздно. Тихо, хэдшот. Нет, не хорошо, второй, тихо. Ну вот тут. Ну давайте сюда. Второй. Третий. Мозголом. Да, один мозголом у нас в копилке, друзья. Эх, классно. Игра идет супер. Ну, базажим не подводит. Музыка отличная. Так. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан, тихо, да, но началось, опять медик, тихо, давай, мультикилл, Ракутагин красавчик, да, давай еще один мозговой, по-любому, капитан Очевидность, что-нибудь, да получится, тихо, даблкилл, ну, ребятишки, давайте, выходите, родники. Опаньки, самурай, тихо. Не надо махать своей клешней. Ну блин, ну ты все, вот чуть-чуть, ты понимаешь, вот я и был бы мозголом. Ну что за нагиб, давай сюда. Ну, тихо. Опаньки. Никита Казаков, я тебя обожаю. Так, тихо. Кстати, ребятишки, как вам мой новый микрофон? Голос немножко изменился, но не сильно, в общем-то. Главное, что мы понагибаем. Хэдшот, деточка. Но, тихо, вот так. Но,
Отто банан. Все ясно. Все с тобой ясно. Банан, блин. Не везет мне с этим бананом. Тихо. Тихо. Опасный человек этот банан. Роман! Рома, Рома, Роман! Банан! Банан, тихо! Опаньки! Давай, ну пожалуйста! Давай, давай, давай! Мозголом! Да! Все, не спорю! Это нагиб! Это нагиб, капитан, очевидность! Еще бы ты спорил со своими этими кукурузниками, самолетиками! Там такого не сделаешь! А здесь, да, о, хедшот, детка. Да ну, блин, и опять банан нагибает меня. Но догнать он меня уже не сможет точно. Больше 10 тысяч очков, друзья. Очень слабо. Хедшот, ну, да ну, ну иди сюда. Вот так, хедшот, медик на завтрак, как обычно. Так, и, да... Немножко не успех. Нагибает меня со скорпиона. Я опозорил. Да, тихо, вот так. Казацкие войска пытались меня зарубить, но... Пуля дура, штык молодец, граната писец. Именно так, капитан, очевидность. Граната, всему голова. Так... В Warface это по-любому так. Тут гранаты, это красная кнопка. Гранаты и банан. Банан по-любому. Банан, Роман. Гранаты и нагиб. Тихо, давай, давай. Напоследок что-нибудь красивое. Ну? Да. Напоследок традиция. Меня нагнули. Блин, что-то весело так пошло под конец вообще. Меня аж распирает от радости. По традиции я должен сказать, что это нагиб. Именно так. Но тут настолько все очевидно, что я, пожалуй, пойду. Да, иди поспи, приди в себя. Леди и джентльмены, други и подруги, сегодня получился просто великолепный Headhunter. 39 выстрелов в голову и все смертельные. 2,8 соотношение, 18% меткости. Поэтому, если данная музыка была достаточно ритмичной, мелодичной, хедшоты достаточно приятными, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами. Нагиб.